Я не знаю, у вас такая или такая микросхема, я не знаю, какой у вас трекер, но вот тут оно должно быть ровно, а контакт у нее это вот эта вот точка. Это вот эта вот точка. Она выходит вот в этом месте и по прямой подпаивается вот к этой маленькой белой блохе, где написано C109 вроде как. Вот. То есть контакт должен быть вот между ними вот в этом месте. В частности на самой этой точке. Вот. А вот эта штука должна сидеть мертво. И не должно быть никакого люфта и минимальный зазор. Тут есть, конечно, небольшой зазор, но это минимум, он, в принципе, почти дозволен. Но чем он меньше, тем он лучше. Если у вас такая микросхема, то точно так же. Смотрим, чтобы вот эта штука нигде не люфтила, мертво сидела. Вот этот контакт, он подпаивается вот сюда. И вот до точно такой же белой блохи он идет вот сюда. Вот как-то так. Это первое, на что стоит обратить внимание, потому что ну, GPS обычно просто так не пропадает. Это, скорее всего, проблема именно вот в контакте вот с этой точкой. Либо здесь, либо здесь, либо здесь. Как бы что стоит сразу проверить.